В Пионерской районной больнице продолжается капитальный ремонт здания поликлиники. Результаты начатых в январе этого года работ уже хорошо заметны. Завершен ремонт в подвальном помещении, выполнены облицовка и утепление здания, установлены пластиковые окна, заменено и кровельное покрытие. Подрядчик предприятия «Промстройторг» из Екатеринбурга. По оценке руководителя Пионерской районной больницы, поводов для беспокойства и нареканий работа строителей не вызывает. На площадке всегда в наличии все необходимые материалы. Первый этап капитального ремонта планируют завершить уже в мае. В следующий этап войдут отделочные и ремонтные работы уже внутри объекта. Стоимость контракта 30 миллионов 214 тысяч вот этого здания. Значит, работы ведутся согласно графика. Но на работе лечебного учреждения это никаким образом не отражается. То есть все идет по плану, то есть для пациентов тоже никаких сложностей нет. Подрядчик справляется с поставленными задачами, то есть я надеюсь, что проблем по его сдаче и по дальнейшей нами эксплуатации никаких не будет.